Паша, смотри, я лосося поймал. Тоже мне рыбак. И летучие мыши. А чё они рыбой пахнут? Я уже хороший, честно. Ой, так он же прошлогодний. Что за звуки? Это идет из холодильника. Ух ты! И что это за уголок самурая? Да и вообще, Валера, что тут происходит? Как что? Сегодня день японской поэзии. И что? Слушай стих. Ветер силен, сакура прекрасна. Вкусную конфетку неси. И чё это вдруг? Ну это японские стихи такие, хайку. А, понятно. Эй, ты куда собрался? Стихи слушал? Давай конфетку. Паша! Всем привет, ребята! Привет! У меня сегодня день медведя. И? И я хочу его провести в японском стиле. Вот. Ну хорошо, сделаем тебе японские роллы. Для начала нужна будет бамбуковая циновка. Вот. О, это коврик для пляжа. Кто куда, а я отдыхать. Опа! Эй ты, лентяй японский. Ой, а ты куда меня понес? Позагорать не дал. Теперь ее нужно обернуть пищевой пленкой. Зачем? Как зачем? Чтобы ничего не вымазать. А, понятно. Можно, конечно, сверху надеть обычный полиэтиленовый пакет, но у меня, к сожалению, такого нету. Поэтому я буду оборачивать пленкой. О, указка учителя. Это круто. Всем внимание, учитель в классе. Какой еще учитель? Добрый учитель. Ребята, кто подписался на канал, тому я поставлю 5. А кто не подписался, тому 2. Вот, кстати, всех с днем учителя. Валера, отдай, это не указка, а китайская палочка. Это типа вилка? Ага, на, отнеси ее, где взял. Хорошо, ой, упала. Еще нужен лист нори. Нори – это такая японская водоросль. Ее прессуют и сушат в виде листа бумаги. Ее кладем сверху, и сейчас нужно сходить за рисом. Ага, вот он, и еще нужна вода. Угу. Так, это что такое? Это чего такое, я тебя спрашиваю? А? Это самурай спит. Ротоподъем! Чего орешь? Ой, отпусти меня и меч мой отдай. Да на. Ай. Во. Что это за веселые картинки? Какая-то гора. А как она называется? Очень похоже на Фудзияму. Ладно, пускай вот здесь пока повисит. Нужно теперь смочить руки в воде и набрать немного риса. Вот, сейчас я его размещу на нашем листе нори. Ребята, кто знает, что в этом деле самое главное? М? Правильно, самое главное в этом деле – это заранее помыть руки. А то знаю я тут некоторых, которые руки забывают мыть. Точнее, лапы. Готово. Теперь нужна красная рыба. Валера, тащи лосося. Красавчик. Ой, какой, весь в меня. Валера, лосося тащи. А, лосося? Сейчас принесу. Паша, смотри, я лосося поймал. Ага, в холодильнике запаянного в пленку. Тоже ой, мне, рыбак. Ты чё дерёшься? Валера, ты лучше огурец принеси, пожалуйста. Это я могу. Так, теперь нужно нашего карася порезать на кусочки. Длинненькие и красивенькие. А, вот оно, ихнее кукумберное гнездо. Паша, а ты знаешь, как будет огурец по-японски? Отдай. Нет, не знаю. Ну, если не знаешь, пойди в интернете поищи. Теперь отрежем кончики. И вот здесь. И порежем на квадратную соломку. Вот такая вот она должна получиться. О, какая? Дай посмотреть. Так, Валера, выйди из кадра. Ой, уже ухожу. Сейчас уложим рыбу. И еще кусочек. Время огурцов. И все-таки интересно, как будет звучать огурец по-японски? Паша! Ну что? А давай меняться. Ты мне конфетку, а я тебе скажу, как огурец по-японски. Ладно, вот тебе сосательный спиннер на палке. Ой, так он же прошлогодний. Чё это? Посмотри, он вполне свежий. Да? Ну ладно, и такой сойдет. Эй, а огурец? А огурец в магазине купишь. Вот жулик. Добавлю еще сливочного сыра. И вот теперь начну закручивать наши роллы. Во какой получился. Ребята, кому тоже нравится, жмите лайк. Сейчас порежу его на части, и все готово. Валера! Уже бегу. Вот. Это что? Это японские роллы. Все, как ты и хотел. А чё они рыбой пахнут? А чем они должны пахнуть? Конфетами. Давай, крути мне две роллы. А как? Я тебя научу. Циновка нужна? Нужна.
клади сладкий лист нори. И чё это такое? Ну, сам придумай что-нибудь. Хм, сладкий лист нори. О, придумал. Это лист сладкой мастики. По-моему, очень похоже. А вот ингредиенты. Ага, желейные червячки, бананы. Ну да, кто бы сомневался. Ладно, разложим червячков и желейные бананы. Ложи больше. Так, давайте посмотрим, чего тут есть еще. Угу. О, лягушки какие-то и летучие мыши. И кусочек малинки. По-моему, выглядит здорово. Клади больше бананов. Ладно, вот. Хотя, по-моему, он все-таки тут лишний. Ну, что сказать. Обычный желейный банан. А я тогда червячков опробую. Это, и мне оставь. Обязательно. Ну что, начинаем крутить роллы. Готово. О, все руки у меня в сахарной пудре. Сейчас пойду их помою. Так, ушел? Вроде ушел. Кстати, ребята, хотел спросить, а вы с чем больше роллы любите, а? Это в сторонку. И сейчас нужно нарезать на порции. Пополам. И еще. Ого, туго идет. Так, ну что, можно уже звать Валерчика? О, хотя еще нет. Нужен соевый соус. Вот, теперь, пожалуй, все. Валера! Я здесь. Все готово? Да. А ну-ка, где? Вот это да. Ой, какая красота. А этот пахнет рыбой. А это чего такое черное, а? Это соевый соус. А мой где? Какой? Медвесоевый. Я об этом не подумал, но будет один на двоих. Нет, я такой не ем. Вот. Это что? Это соус медвесоевый. А ну-ка. Так это ж малиновое варенье. Ага. Сейчас я покушаю. Валера! Чего? А зачем тебе вилка? Как зачем? Роллы есть. Все, я понял. Валера, отдай. Ой. Роллы едят палочками. Да? Сейчас я попробую. Палочки какие-то опять выдумал. И как ими хватать? Да что ж такое-то? Это какая-то аэробика. Я так похудею, пока ее ухвачу. Мне нужна вилка. Ты знаешь, Паша, я не хочу их палками хватать. Это сложно. И совсем не сложно. Ага, приклеил, наверное, ее к палкам. Ой, я открою. Ребята, а вы уже умеете есть палочками или еще нет? Бегу-бегу, уже открываю. Кто там? Ты? Привет. Ну ты че опять пришел? Я хочу с вами дружить и есть конфеты. Нетушки, и веник свой я ядовитый притащил. Я уже хороший, честно. Ага. Вер, мне Валерчик, ну пожалуйста. Ладно, я подумаю, заходи пока. Че это этот гусь мне не нравится? Какая тут вкуснятина. Ой, он там все наши роллы сейчас поест. Ой, какая вкуснятина была. Эй, ты что, все слопал без нас? Я очень кушать хотел, прямо очень. О, а у вас еще холодильник, я помню, есть. Эй, ты куда? Ребята, а давайте наберем 100 тысяч лайков, чтобы он все мои запасы не слопал. Ух тышка. Нет, отойди оттуда, проглот. Отдай, отдай. Это я люблю, о, вкуснятина.